А вы что, еще не проснулись? Весело, дружно и музыкально. В парке «Скидские пруды» проходят два события. Закончилась летняя смена городского лагеря «Дружный двор», который был организован молодежным центром «Атмосфера». И второе событие – открытие новой площадки для аттракционов. Водичка бесплатно? Да, бесплатно. Сегодня день дружбы, и «Скидские пруды» устроил для детей праздник. Час, с 12 до часу, все аттракционы бесплатные. Раньше аттракционы были установлены по всему парку. Теперь они все в одном месте. В адрес администрации парка поступал запрос, чтобы установили здесь еще и цепочную карусель. Карусель установлена. Очень много новых объектов открывается, открывается с огромной скоростью. Мы даже не успеваем следить. Зимой на заседаниях общественного совета мы видели эти объекты в проекте. Голосовали, что-то отмечали для себя, какие-то улучшения, что-то критиковали. Вот. И я вижу, как член общественного совета, вот эти нововведения очень быстро... Все это реализовывается. Этим летом в парке сделали комплексное благоустройство. На дорожках восстановили плитку. Заменили старые фонари на новые. Для безопасности установили видеокамеры. На другой стороне парка обустроили модульный туалет. В плане благоустройства у нас как раз сегодня день окончания работ по контракту. Мы все успели, в сроки уместились и готовы жителям представить. У нас появился новый красивый модуль по этой программе. Модуль будет предназначен для мероприятий и занятий. Сегодня у нас проходит очень интересное уже там занятие. Модуль в последующем будет с полным заполненным расписанием. И сейчас оно уже формируется. Что касается площадки для аттракционов, то без новой карусели она была бы неполноценной. Мы с удовольствием посещаем парк, потому что мы рядышком живем. И мы каждый раз приходим, вот я говорю, что-то нас удивляет. Или новый аттракцион, или новая площадка для игр. Сейчас сказали, мастер-класс будет площадочка. Мы вот каждый раз благодарим сотрудников парка за чистоту, за организацию праздников. И очень рады. А в новом модульном помещении будут проходить различные мастер-классы. Кстати, здесь предусмотрена комната для мамы и ребенка. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».